Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим очень вкусную закуску-салат из помидоров. Для его приготовления на дольки нарезают 3 спелых помидора. На тонкие полукольца нарезаю 1 луковицу. Очищаем и нарезаем болгарский перец. Можно использовать перец любого цвета. Мелко нарезаем 1 пучок петрушки. Часть болгарского перца отправляем в измельчитель. Сюда же добавляем 3 зубчика чеснока, 1 чайную ложечку соли, 1 чайную ложечку черного молотого перца. Также я добавлю немного красного перца, итальянские травы. Здесь у меня базилик, орегано. 1 столовую ложку сахара. Вместо сахара можно использовать мед. В таком случае добавьте 2 столовые ложечки. 30 мл бальзамического уксуса. Бальзамический уксус можно заменить на любой другой, например, яблочный или винный, или на сок лимона, и 60 мл растительного масла. У меня здесь смесь масел оливковое и подсолнечное. Также можно добавить немножко зелени. Я добавлю немного петрушки от общего количества. И все эти ароматы перебиваем блендером. Можно попробовать, если чего-то недостаточно, добавить еще. Собирать закуску я буду в салатнице. Первым слоем выкладываю помидоры. Вторым слоем выкладываю немного лука. Затем болгарский перец. Немного зелени. И немного нашей заправки. И также продолжаем следующие слои: помидоры, лук, болгарский перец, зелень и заправку. И завершаем эту красивую композицию помидорами. И чтобы все распределилось более равномерно, я еще сверху немножечко поливаю оливковым маслом. Сверху на закуску ставим тарелку, груз и убираем в холодильник на 1 час. Закуска у меня простояла в холодильнике 1,5 часа. Убираем груз. Посмотрите, как она хорошо пустила сок. Получилось очень-очень вкусно и сочно. Всем желаю приятного аппетита. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Пишите мне ваши комментарии. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.